проблема водоснабжения курорта Новый Свет стояла ребром не одно десятилетие. Трубы, по которым вода поступала в поселок, были проложены еще в советское время и давно устарели, что создавало немалые проблемы, особенно летом, когда потребление воды увеличивается в разы. В этом году при содействии народного депутата Украины Бориса Дейча и депутата Верховного Совета Крыма Янины Павленко удалось найти пути решения острой проблемы. Сегодня третий день работы по водоводу «Судак Новый Свет». Работы выполняются по проекту 2008 года «Реконструкция водовода «Судак Новый Свет». Проектом предусмотрена прокладка полиэтиленовой трубы, поверхностная прокладка диаметром 100. Сегодня силами коммунального предприятия, а также завода шампанских вин хозяйственным способом выполняются работы. Проект предусматривает прокладку полиэтиленовой трубы непосредственно по почве, то есть при самих работах не пострадает ни одно дерево, а также плодородный слой почвы также не будет затронут. Труба проходит поверх. Общая протяженность водовода 4,5 километра. Заканчивается водовод на участке резервуаров питьевой воды в Новом Свете. Работы проводятся под руководством народного депутата Бориса Давыдовича Дейча, а также при непосредственном участии депутата Верховного Совета Крыма Павленко Янина Петровна. Спонсором этих работ выступило местное предприятие, гостиница «Винтаж Отель». Основные затраты трубы, из которых непосредственно делается водовод, были приобретены исполнительным комитетом после сезона, скажем так, на заработанные средства. При выполнении этого проекта поселок Новый Свет ожидает получать в сутки 300 кубов воды из города Судак, что, скажем, очень существенно в межсезонье и очень будет ощутимо. Надеюсь, вся эта ситуация положительно повлияет на водоснабжение, однозначно положительно повлияет на водоснабжение поселка в курортный сезон.